Да, говорят, это больно. Когда пыль наконец улеглась, сквозь бетонную оболочку были видны только глаза Августины. Но наполнявшая их ярость теперь сменил страх. Мы разрушили ее крепость, ее армию, ее планы на будущее. Скоро весь мир узнает, что она проиграла. Свергнута геймером, торчухой и провинциальным хулиганом, толпа ликовала, видя, как уносит Августину. До этого никто и представить не мог, что люди и проводники будут заодно. А теперь я открыл новую эпоху. Те проводники, что годами сидели в застенках Карден Кейв, скоро снова выйдут на свободу и будут жить, как хотят. И сами выбирать свое будущее. Сам же я получил, что хотел. И теперь должен сдержать обещание. Бетти. Уилсон. Это ты. Их нет. Да. Пропали. Я же обещал вам. А остальные? Я только пришел. Начал с вас. Ты спас меня, Делсин Роу. Мы о Камише. Мы своих не бросаем, так? А где Реджи? Реджи. Реджи меня спас. Я люблю тебя, брат. Мне будет тебя не хватать.